Всем привет, друзья! Продолжаю проходить Need for Speed 2015, и сегодня у меня 17-я серия прохождения. Гонять будем на Lamborghini Aventador и под конец серии немного дрифта на Nissan GT-R. Итак, давайте начнем. Начинаем и едем гонку, которая называется «Лучший крутящий момент». Это у нас испытание Спайка. Так, здесь нужно побить новый рекорд Магнуса. Так, обхожу сразу Спайка. И жму вперед. Так, нам нужно завершить эту трассу за 2 минуты 47 секунд. Так, я смотрю, такая довольно скоростная трасса, хотя и с дрифтовыми поворотиками. Кстати, после прошлой гонки с Накайсаном и Эйми я все-таки поставил еще одну деталь на ламбу. И теперь она стала еще круче. Но пока не фул. Так, я смотрю, что-то Спайк там серьезно отстал. Интересно, Спайк-то уложится в заданное время? Так, прикольно. Уж даже дрифтить немного придрюкался на ламбе. Ой-ой-ой. Лажа какая-то вышла. Так, тут дрифтануть у меня не вышло. И, наконец, финиш. Чуть ли не 40 секунд у меня запаса осталось на этой трассе. Задание выполнено. Продолжаем и едем в следующее испытание Спайка, которое называется «Голодный как Мантикора». Снова нужно побить новый рекорд Магнуса. Да, вот к этому мы и шли. Сделай его. Что ж, сейчас сделаем. Поехали. Так, это у нас гонка на время. Нужно прийти к финишу за 3 минуты 16 секунд. Еду с первой попытки. Думаю, получится на этой машине. Несмотря даже на косяки, настолько она крутая, что это тот случай, когда тачка может зарешать. Так, что-то я косячу. Нехило раскочегарил 300-ки уже. 320, 330, 350, 358 даже шел. Неплохо. Так, раскочегариваем. 360, 374 я видел максимум был. Да, 374 максималка. Вау. Вау! Блять, как я не разбился. Фу, я живой. Я не верю в это.
У меня аж прям язык онемел. Я пережил такой нервный стресс. Мать ее, давай разворачивайся и ехай уже. Давай, 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 давай. Что-то я, видать, перенервничал. Мозг начинает отключаться. Так, давай, мозг, соберись уже. Да, нехилая трасса. Воу-воу-воу. Блин, не удалось избежать столкновения. Но продолжаем, и у меня еще, я смотрю, там больше минуты запаса. И уже 36-я контрольная точка. Думаю, успею. Думаю, по-любому успею. Так, 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 так. Стопе. Блин, опять проехал. Что же делать, разворачиваемся. Тем более, время еще есть. Блин, ну нервишки шалят. Шалят. Начинаю дергаться, путаться. Вау! Блин, что же это за полоса неудачи-то такая? Фу, ну наконец-то финиш. Нормально, даже с запасиком. Хотя пошибал все, что только можно было пошибать. Задание выполнено. И звонит Спайк. Ладно, ладно. Хорошо все это, но у него не так было. Эй, ты это слышал? Ты слышал, Ману? Наш заезд не в счет, парень. Я сказал не так. Я сказал, Магнус прошел эту трассу на тачке лошадей в 250. Не больше. Ой, да брось ты. Это все завистники вечно недовольны. Братан, завистники тут ни при чем. Слушай, люди общаются. Идут за тобой. Если ты и правда хочешь впечатлить, надо делать как он. Возьми тачку в 250 кобыл. И все. Ладно, если надо, не вопрос. Эй, да ты не понимаешь. Я ж за тебя. А, конечно, как же. Короче, забей. Потом словимся. А, давай. Эй, ты в это веришь? Пытаются принизить нас. Точнее, наши заслуги. Черт с два. Хотят по 250 получат. Не знаю, как ты, но я еще разок наверну, просто чтобы заткнулись все. Давай, старик. Давай, покедо, Спайк. Я думаю, я тоже возьму тачку на 200, на 250 и тоже покажу им, как надо. Так, и нашел деталь. Что ж, ништяк. Какое-то широкое крыло для Dodge Challenger RT, хотя у меня и нет этой тачки. Что ж, пацаны, для гонки в 250 лошадиных сил я взял вот эту вот Toyota Supra. Она там 244, по-моему, у меня. На ней мы поедем гонку «Юный лихач». Смотрите, как она выглядит. По-моему, суперски. Что ж, давайте попробуем побить рекорд Магнуса на супре в 244 лошадиных силы. Так, здесь нам нужно проехать трассу за 1 минуту 47 секунд. Так, пока ничего сложного я не вижу. Так, выжигаем закись. Закись я на нее, кстати, поставил. Поставил нормальные шины. По-моему, дрифтовые поставил. Поставил какие-то детали подвески. Не ставил только то, что дает мощность. Остальное большинство из доступного поставил. То есть Супра довольно неплохая. Единственное, что в 250 лошадиных сил укладывается.
Ну, с дрифтецом прошел. Как вы можете заметить, я поставил здесь свободную камеру. Так что визуально стало смотреться лучше. Во время того, как я совершаю дрифт или притормаживаю, ну, как бы камера приближается ближе к машине. Сейчас во время поворота попробуем это отследить. Вот, так стало немного сложнее ездить, но стало зрелищнее смотреть. Вот, смотрите. Видите, как камера во время поворота приблизилась к машине, потом отдалилась. Теперь буду ездить так. По-моему, с такой камерой смотрится прикольней. Единственное, что ездить немного сложнее. Так, что ж, я уложился и побил рекорд Магнуса. Продолжаем и едем спринт, который называется «Один за всех». Это у нас соревнование Робин. Что ж, давай надерем задницу твоим Risky Devil, какой-то он AJ, у них там походу самый главный, но я уже всех дерну. Так, это у нас спринт, отлично. Просто обогнать их и все. Блин, если я бью рекорды Магнуса, отжал тачку у Эдди, и эти какие-то там обрыганы Risky Devil там что-то пытаются соревноваться со мной. Странные они какие-то. Что-то я заблудился. Но тем не менее, этих обрыганов даже там и на горизонте не видно. Короче, можно ехать просто так вот, вальяжно, так скажем. Так, хотя вон они появились на радаре. Далеко, правда, от меня. Но, тем не менее, уже появились. И вот он, финиш. По-моему, это было совсем легко. Человек-ракета. Да ладно уж прям, человек-ракета. Просто человек на ламбе. И звонит Робин. Это было что-то. Серьезно? Нет, такое надо повторить. Увидимся. Ну давай, увидимся, повторим, почему бы и нет. Кук какой-то там за ней поехал, Фиш. И Стиви. Я помню этого чувака, маленький Стиви. Ну и на этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. А с вами, как всегда, был Анубис и его Ламборгини Авентадор. До встречи в следующем видео.